Людмила, здравствуйте. Очень коротко отвечу на ваш вопрос. Вопрос в том, что слышала ли я что-то о славяно-арийских ведах. Все, что связано с язычеством, а это именно оттуда, то оно не может иметь божественной природы. Да, там есть некоторый поиск людей, того бога, которому они потом решают поклоняться, чего-то высокого, славного, но все, что связано с ведами, это идет из языческих корней. И вам не рекомендую этим заниматься. Есть мудрость Божью, которую мы можем познавать каждый свой день, вычерпывая из океана Божьей премудрости и даже из бездны премудрости. То есть таков объем. И нам жизни нашей не хватит, чтобы все это освоить. Я вас благословляю осваивать настоящую пищу и от этого зреть, формироваться и действовать. Всего доброго!